Использование современных уникальных технологий позволило компании «Алютех» сформировать ряд весомых конкурентных преимуществ своего товара. Среди главных – высокая теплоизоляция и прочность. Добиться таких показателей, которые опережают конкурентов, позволило использование более прочных материалов. Так, для изготовления секционных ворот «Алютех» используются панели толщиной 4,5 см, в то время как другие производители предлагают панели толщиной 2-2,5 см. Помимо этого, ворота «Алютех» оснащены регулируемыми опорами, которые помогают избежать деформации нижней части ворот. Это создает эффект надежной герметичности и помогает увеличить срок эксплуатации. У нас также представлен стенд откатных ворот, который также можно посмотреть в действии. Здесь слышно бесшумность двигателя, достаточно плавный вход и бесшумная зубчатая нейлоновая рейка, которая сохраняет долговечность шестеренки двигателя, что немаловажно в дальнейшей будет эксплуатации этих ворот. Более прочные материалы в сравнении с конкурентными продуктами используются и для производства ролет. Если толщина стенок обычных ролет 20 мм, то «Алютех» предлагает 45 мм. Это гарантирует стойкость к ветровым и физическим нагрузкам, взломоустойчивость и безопасность при использовании. Приятным бонусом станет широкая цветовая гамма ролет «Алютех», которая позволит подчеркнуть индивидуальность и откроет новые возможности для воплощения самых смелых дизайнерских идей. Если вы давно задумывались об установке рольставней или ворот, то сейчас самое подходящее время это сделать. Тем более, что многие анапчане уже успели оценить качество данной продукции. Эти ворота они установили в течение одного дня. И удивительно то, что вот у нас здесь очень сильные ветра в Анапе. Эти ворота, они вот ничего, они не боятся, никакого ни ветра, ни штормового. Вот предупреждения были, вот эта неделя была вообще сильные ветра. Ничего с ними не случается, хотя они стоят, можно сказать, что практически все на ветру. Нам посоветовали наши друзья, которые установили себе месяца два назад эти ворота. Работали они у них бесшумно, хорошо, качественно, надежно. Автоматика не подводила. Ну, позвонили. Приехали, измерили, через неделю привезли ворота, установили, вопросов по сей день не возникает. Я руководствовался, скажу вам честно, результатами работы мастерами этой компании, которые были сделаны напротив, у соседа. Это было так здорово, это так было, ну, скажу, оперативно и качественно, что у меня другого не было, вопроса даже не было, чтобы другую компанию сказать. Я вот, пожалуйста. И я еще буду вам ставить, не вам, мне, двое ворот. Вон там будет ставить, и вот здесь. Офис официального представителя «Алютех» в Анапе расположен по адресу Хутор Воскресенский, улица Садовая, дом 1.